решила принять участие в этой прекрасной акции «Спасибо врачам». Так как на протяжении уже многих лет у меня большой стаж вождения, и я понимаю, что в плохую погоду у водителей был хороший обзор на дороге. Это очень актуально, потому что машины катаются по всей Московской области. Большой расход, конечно. В день, может, на другой конец области он уехал, он две баклажки может это спокойно использовать. В преддверии снегопадов, которые обещают быть в субботу, воскресенье, то есть им это очень необходимо. То есть они работают круглосуточно. Нашлись люди-предприниматели, которые оказали такую помощь. Еще раз хочу сказать спасибо врачам за их постоянный труд.